Lai laba diena, cienīties skatītāji! Kā jau dzīvē tas dažkārt mēdz gadīties, nevienmēr ir tā kā plānots. Вот, сейчас мы видим правление новой электрички, которые курсируют уже несколько дней. Ну вот я расскажу, что у меня случилось, почему не было до сих пор видео, которое все, в том числе и я, очень ждали. Я, конечно, отснял 15 числа открытие этих новых электричек, но не сумел это пока что выложить. Однако очень надеюсь, что это только пока что, это еще сделаем. Tā lūk, esmu jaunajā vilcienā, varu to parādīt no iekšpuses. Lūk, kāds viņš izskatās. Šeit atrodas divos līmeņos, augšā un apakšā. Un visi vagoni ir savienoti. Laimīgu ceļu, cienījamie pasažieri. Vilciens brauc līdz stācijai. Un tā izbraucam. Ну вот, и мы сейчас отправляемся новой электричкой уже в регулярном рейсе. Они ходят пока еще немного, но ожидается, что до Нового года станет даже большинство из всех электричек, которые ходят. Ну вот тут такие сиденья, надо сказать, очень удобные, реально можно отдохнуть. Я думаю, лучше, чем в тех поездах, в которых я ездил в Литве, ну, по крайней мере, таких пригородного, регионального типа, да. И с эстонскими, я думаю, тоже можно посражаться. Ну, теплота, комфорт, конечно, и очень мягкий, плавный ход. Я сейчас ведь специально выбрал этот рейс, чтобы хоть как-то показать. Но я отснял, конечно же, и первый рейс открытия, который состоялся в пятницу 15 декабря. Но вот потом случилось такое, что в следующий день, когда снимал новое видео, телефон вдруг отказал. И плюкц, и все. И сегодня сдал на гарантийный ремонт. Ну, может быть, удастся даже в этой неделе починить. Если так, то конечно, буду рад это видео, а потом выложить. Ну, не обещали даже, что удастся там сохранить все в телефоне, но, по крайней мере, я просил, чтобы это сделали при возможности. Ну, вот такие новости. Man bija tiešām interesants video ar visu to apskatu. Šeit es arī mazliet tā apskatīšu. Ну там действительно, я думаю, видео было интересное со всем обзором, с речами вступительными, да, и полная вся электричка была тем, которые интересовались вот этим проездом. Тут имеется также туалет. Я уже проехал вчера, как раз Рига-Слока, но на этот раз он едет не в мое направление, поэтому я намерен уже в следующей остановке выйти. Как он плавно, если он на повороте, все так интересно, так перемещается. Līgana gaita, nu, ir tiešām. Tā kā gods, kam gods, ja saskatīsim, tiešām to novērtēsim labo, kas mums ir. Un cerībā arī uz drīzu tikšanos, jo es ierakstīju vairākus interesantus video. Я думаю, эти электрички действительно нужно оценить по достоинству, да, потому что, ну, для такой цены, и, ну, я думаю, очень комфортно. И со временем думаю, что они будут ездить так же и быстрее. Тут нужно нажимать кнопку. Как это сейчас будет? А, о! Вот. Там, где нет высоких платформ, нужно вот такая небольшую ступень 30 сантиметров преодолеть. А там, где платформы уже повышены, там это все полностью на одном уровне. И можно там с коляской, все, со всем что угодно поместиться. Вот. Сейчас посмотрим еще, как он уезжает. И сообщу также новость. То
уже совсем официально будет поезд Рига-Вильнюс с 27 декабря. И уже с сегодняшнего дня было объявлено, что продаются билеты. Билет будет стоить 24 евро с одного конца на другой, до другого. И время отправления будет 6:30 утром из Вильнюса, уже 10:43 в Риге. И обратно он будет идти в 15 с минутами, и 19 с минутами будет в Вильнюсе. Вот такое расписание. Поезд будет следовать ежедневно. Интересно, сколько он будет стоить там, ну там, Рига Шауля, Рига Йонишкис, да, до Йонишкис, то там он тоже будет останавливаться. Так что я надеюсь, что когда его откроют, тоже сделаю ознакомительный рейс. Но надеюсь, что мне вернут ту камеру, которую я вот эти почти 2 года снимал, потому что это, конечно, другое качество и другое дело. Ну, пока хотя бы вот сообщил эти новости и надеемся на лучшее. Всего доброго, с миром и до новых встреч. И слабо юмс, армир он уз редзешенус.